Стой! Я займу меньше 30 секунд твоего времени. Совсем недавно открылся новый сервер по тематике «Школа РП». Сейчас я кратко расскажу о нем. За порядком и отыгровкой ролей следят уже более 10 администраторов. Мы хотим создать новое играбельное комьюнити. Здесь ты можешь оторваться с друзьями после нудной школы в реальной жизни, основать свою банду и держать школу в страхе, либо следить за дисциплиной в роли учителя. Понравилось? Тогда присоединяйся к нам. IP в описании ролика. Чао! Это нарезка последнего моего стрима, который был совсем недавно. Предыдущая вам очень сильно понравилась, даже судя по лайкам и дизлайкам, но это просто топ. Я же вам говорил всегда во всех своих выпусках. Если вам нравится какая-либо рубрика, сразу об этом говорите или же как-то это показывайте. Будь то комментарии, будь то репосты, будь то просто лайки, дизлайки, чтобы я это понял. Я это понял, так что новую нарезку смотрим. Но перед просмотром рекомендую наш сервер Беброград. На нем ты сможешь стать абсолютно кем угодно, будь то какой-либо крутой бандит, рейдер, налетчик, какой-нибудь полицейский КГБшник или же утяжеленный полицейский с пулеметом и броней. Ко всему прочему, недавно мы добавили захваты территорий, ну они в простонародье называются капты. Там ты можешь объединяться с ребятами в какой-либо клан и воевать с другим за какую-либо территорию. За нее вам будут давать деньги. Что-то я затянулся своим рассказом, переходи по ссылкам либо сайта, либо группы ВК в описании, или же напрямую подключайся по айпишнику. Залетай. Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуёво? Меня в двери, да. Кто двинется, тот гей. Сука, ладно, я просрал. Уйдите все три. Ебать, ничего себе. Ну я предупреждал, так, продолжаем. Уходи. Домик застраиваем себе. Застраивай, я застрою, не переживай. Я тебе что, мешаю, что ли? Иди, уйди. Да, уйди, раз. Уйди, два. Уйди, три. Сейчас уйду. Мы застраиваться сейчас будем. Да, блядь, застраивайся, чё, я стою, тебе не мешаю. Я тебя забираю? Хорошо. Да, забирай. Вот да, просто Макс, Макс угрожал в подъезде, где очень много людей, и его друг, получается, взял, убил человека. Кажется, ХК-416 была. Просто как? Просто так, я понимаю, да? Ну, они хотят тут застроиться, поэтому я должен уйти под дулом автомата или же дробовик. Ты хочешь как-то договориться? Не-не-не, я уже договорился. Давай, откисай. Ну хорошо, мы нарушение... Ебать! Там снайпер уже был, вон... Блять, вот это уже... Это идет свежесть, понимаете? Я был в небольшом таком полусне. Да я его все нахуй. Блять, один застроился, и сейчас его унесли. Ты хочешь, чтобы тебя тоже унесли? Убирай. Убирай, говорю, блять. Застройку убирай, блять. Алкаш, ебаный, убирай. Это ебаный. Убирайте застройку, сука. Я сейчас вам эту клетку прогрызу. А из-за чего я должен? Неправильно построено. Расстояние не то. Ты что, не понимаешь, уверен? Ты что, ебальник сломать? Ты говноед, ты ебаный. Ты так уверен? Уверенность — мое второе имя. А с чего это? С чего это? Так назвали? Да я его все на... Я в маме заспавнился, сказала, будет звать меня Уверенность. Ну что, уходи по-хорошему. Что ты? Гав нахуй. Мне угрожаешь или что? Это типа попытка угрозы? Уходи по-хорошему. Уходи по-хорошему. Ушел раз. Не... Ушел два. Сосал, урод, блядь. За меня гном нахуй вступился. Спасибо, дружище. Да иди ты нахуй, блядь, да хуйня ты ебаная, блядь. Крестьянин с копьем, блядь. А ты пришел к семье, стой. За что ты его, сука, убил? Собака бешеная, но... Собаку за что? Не переживай. Ты собаку лицом к стене стал, ты ебанутый совсем. Увольняйся. Увольняйся, говорю, увольняйся. Так мэру иди. Он стал гражданским, все, заебись. Эй, пацан, берем монтировку в жопу или умереть, выбирай. Хуй в глотку хочешь? Выбирай. Давай. Ну давай, 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 о, отлично. Ящер поганый. Бледота, стой. Привет, у меня жалоба на этого долбоеба. Он меня задамажил без особых на то причин и неадекватно вел себя. Тэпай его. Он вышел. Ну, наказывай тогда за нарушение и лиф.
придамаг и номер ПО. Оружие достал без особой на то причины за гражданского СВД. Нихуя, блять, это ну что, давай. Это охуенно или хуёво, блять? Сейчас, погоди, да я его все нахуй, я с этой фразой буду тебя преследовать. Хорошо. Всем привет, где ты находишь таких шкил? Я за 900 часов почти их не встречал. Не там играешь, другалёк, не там играешь. Рейзер? Да. Потом ко мне подойдёшь? Нет, он не будет тебе подходить, он принял жалобу. Он помогает мне сейчас. Нет, я имею в виду, увижу, если, так сказать, жалобу разберёт. Потом. Я имею в виду, если я тебя увижу рядом с ним, я буду разбирать жалобу. Ну что, наказание будет, нет? Он вышел. Меня сейчас не это волнует. Намаз, подожди, еще раз. В каком канале? Подожди. Ну, дальше что? Ну, я сейчас ему выдам наказание. Ну, выдавай, в чем проблема? Вот, скрипач. Успокойтесь. Ой, блядь, начал. Успокойтесь, я говорю, блядь. Понимаю, меня сейчас другое. Да я этого жду. Меня сейчас другое. Я Рейзера жду. Пойдем. Нет. Пиздец, а что там такое? Что это за особенный чел какой-то, господи, блядь. Один школьник, известный в узких кругах, заявил, что его круг не такой уж и узкий. Да я его все нахуй. 10 часов. Ха-ха, сука, сосать, тварь ебаная. Замочек меня быстренько. Сверху, с боков и сзади, и спереди закройте, чтобы не забрали. Блядь, не сработало. Все. Так, ну и... Да я его нахуй! Ну, а теперь разбирайтесь. Он говорит, что увидел тебя с оружием возле мэрии. У меня не было оружия. Ну, я же просил тебя дать промокод на Бэбри, чё ты сразу же отказываешься-то, я не помню. А, так ты про хот-дог, что ли? Типа, я с хот-догом там был. Я тот самый чел, у которого пистолет упал. А, кстати, админ, помощь. Можешь помочь, пожалуйста? Так. Так, стоп, давайте сначала жалобы разберемся. Потом да, в этом и заключается суть жалобы. Вот. Здесь на разборках у человека пистолет пропал, он по текстуру. Ты клок выключи, мы тебя просто не видим, я не пойму, где ты. Дай знать. Так вот, Пойдем туда, я покажу точно место, где куда пропал пистолет. Ну куда? Куда именно? Ну а мы дойдем. Подожди, а куда-то. Вот здесь вот он упал где-то. Гнома, открыть дверь. Вот сюда залети. Вот сюда я тебя тыкаю. Вот видишь, где красная точка? Вот где-то тут мне скидывал он. Ниже. Еще туда вниз прям. Она слишком сильно провалилась, я ее уже не достану. Да я ее даже не могу. Веревкой подстегни ее, бля. Давайте я возмещу на тебе. Давай. 10 глоков бери. Благодарю. Так, ну все, у меня жалоба закрыта. Все, спасибо. Сука, что в чате творится, скажите? Еще раз повторяю, госы всем собраться в мэрии, будет совещание. Ой, а это-то уже серьезно. Что там за собрание? Наш город должен жить в лучших условиях. Комендантский час, повышенная преступность. Что тут делаешь, комендантский час? В стене, блядь. Ты гном? Не надо гнома. Ой, по 90, блядь, пиздец. Ответник, ты гном? На собрание. Здравствуйте. Даю последний шанс. Обратно. Съебал. Мы на собрании, все. Блять, уйди, администратор. На собрание отстань. У тебя жалоба. Опять жалоба? Нет, хорошо, блядь, давай. Жалоба. Ну и что я сделал? Так, смотрите, ну этот вот этот НРП, да, он, смотри, короче, берет, да, на улице и стреляет с пистолета. Нет. Ты чё? Ты чё, ебать? Это ты чё, ебать? Ты дерзить не будешь? Ты чё, блядь? Ты как говоришь? Погодите, у кого-нибудь есть демка? Давай, короче, на кулаках, кто выигрывает, тот и все. Тот и прав, блядь. Ладно, я могу откупиться, у меня есть 207 тысяч. Да мне похуй, я не шлюха. Я не шлюха. Хорошо.
все, проблема ты, решена. Ты что делаешь? Да он ёбнут, он просто так жалобу подал. Нет, так не решайся. Я не буду с ним драться, если у меня есть наручники и арест палка. Нахуй мне с ним драться? У меня есть вариант попроще. Если он скажет драться, то я просто закрою. Да ты по хуйне жалобы принимаете, блядь, на меня. Чел, не трогай негров. Да стой ты. Это чтобы не повадно было. Блядь. Ах ты, сука, ёбаный, блядь. Хуила ёбаный, я тебя захуярю просто. Сука, я тебя пристрелю, пидорас, только подойди ко мне. Успокойтесь. Я спокоен, сука, я его убью нахуй сейчас. Успокойся. Сука, блядь, как патроны купить? Ребята, все нормально, я вас не трону, мне нужен только он, только его зубы выбитые в хлам. Сука, фонарик, видишь, когда он потухнет, ты с ним тоже. Что? Адекватно, идите себе, пожалуйста, ребят. Мы за нахуй набежали, разбежали все нахуй. Сука, ты опять хочешь присесть? Я тебя захуячу. Ты в курсе? Нет, ты хочешь этого? Ты сейчас на бутылку присядешь. Ты хочешь на мой член? Блять, ты меня выводишь. А, все, замешкался, да, наручники видел, пиздюк? Да, да, боюсь тебя. Успокойтесь, ребят, тихо. Да все нормально. Вы в админ зоне можете вести себя чуть-чуть поадекватнее, ребят, серьезно. Да все нормально. Вы знаете, не нормально, ребят. А что было-то? Запрести их, пожалуйста. А что было? Жалоба была или что? Постой, а что было? Что вы все прибежали-то? А что случилось? А что случилось вообще? Всё. Что произошло? Вы мне объясните, что такое? Что все светились? Разговаривали, обсуждали проблему. Он говорит, что я с оружием ходил. Админ, отойдите, пожалуйста. Ну, дальше что потом произошло? После чего они все прилетели-то? Ну, ты тоже. Отойди, пожалуйста. Я же закрою жалобу и кину тебя в бан. Зачем его в бан-то? Он на меня жалобу подал. Так он себя, во-первых, ведет неадекватно, у него в уже... В смысле? Все, мы жалобу разбираем. Ты его физганом таскаешь, меня тоже к физганам относишь. Чел, а он сейчас делал неприемлемые вещи? Тебя не спрашивают. Он сосал, все нормально, ведь сосать это талант, ту-ту. Та-та-та-ра-та-та-та-та. А, чё? Да, я... Ты видишь, я негр. Давай. Ты чё, чёрных не уважаешь? Погодите, давайте разберём жалобу. Хорошо. Ты что, блядь, этот, русский, что ли? Давайте разберём жалобу. В смысле? Да он говорит про оружие. Кто нахуй, повторись? Помогите, пожалуйста. Он что творится? Ты че, он меня арестовал? Чего? Он ливнул с разбора. Это, он меня арестовал вообще, он меня арестовал, Ребят, пожалуйста, разберись с ними, я не могу, они какие-то тут. В смысле тупые? Ты кого тупым назвал, блядь? Он ливнул с разборок, он жалобу подал и ливнул. Ты что, не нормально? Сейчас, тихо, мне мама звонит, подождите. Давай, подожди. Да зачем неадекват-то, блядь, чел просто ливнул, может вылетела игра. Погоди, а... У меня компьютер, 0.4 компьютер называется. Что за хуйня там стреляет? Ой, ну опять ты. Что такое? Я, блядь, на жалобе, что опять я, вы заебали? Дайте мне там разобраться. Погодите, погодите, он нам нужен. Он мне нужен. Я уж думал было превентивного удара с арестом начать. Я думал, мое уже сердечко оторвали. Чел, он мне нужен. Сука, они не могут работать нормально. Как яйцом, как мой папа, помните, как мой папа яйцо мне оторвал? Админ, можешь отойти, пожалуйста? Подожди, ты говоришь, выйди со мной, пошли выйдем. Это тут нахуй вообще нужен, мне превентивный удар сделать. Вы мешаете, что ты делаешь? Удали это. Да я все нахуй. Неадекват, лепим, я не могу с ним. Что неадекват? Ты не можешь жалобу разобрать, которую он подал. Что неадекват? Это ты неадекват. Я разбираю жалобу. Смотри, отойди, пожалуйста, можете, пожалуйста, помолчать? Ну, мне кажется, он некомпетентный, надо его заблокировать. Смотри, ты, получается, подал жалобу. Ну-ка, объясняй. Да, то, что да, я якобы оружие носил. Потом он вылетел, и тот начал говорить, что он, типа, неадекватный ливнул. А это нормально, ты что он мне, типа, наручники связал и жестко начал трахать? Ну, в принципе, да. Ты чё, охуел? Может, ты охуел? Разобраться? Может, ты охуел?
Ты разобраться хочешь? Ну давай выйдем. Давай за гаражами. За школы выйдем, выйти давай. Хочешь? Ты хочешь выйти? Вот про что я тебе говорю. Да, я хочу выйти. Он выйдет с админзоны, дверь там, блядь, иди отсюда. Они адекватно. Ты что, наглел? Мы, может, сейчас договоримся, подождите. Да, сейчас мы добазарим. Лучше просто, блядь. Да, уйдите, я уйдите. Мирно расходит. Нихуя, да, блядь, это что, это охуенно или хуёво, блядь? Артур, да-да-да, прошу прощения за нарушение на Амбреле, не обижайся. Да нормально все, что ты? Это ж игра обычная просто. У вас есть демка у кого-нибудь из вас? Так, да, у меня есть демка, что ты демка, некомпетентный так. администратор, хотел его забанить за то, что у него просто игра вылетела. Нет, я не за нет. то, что... Да, нет, все, не заикайся, все! Тюрьму хочешь? Кто потерпевший? Ты за... Кто потерпевший, сука? Я потерпевший, я, мы все потерпела. Так, смотри, давай с этой попытки разберемся. Потому что полицейский... Ебать, он в самолете! Мама, пошли полицейский... Блядь, иди нахуй! Я отвечу после разбора. Отойдите, пожалуйста, все. Да, отойди. Куда идти? Уходим, нам сказали идти. Что ты сказал отойти, блядь? Ты сказал отойти. Отходим, подальше. Я сейчас просто закрою ЖБ. Да ну, в смысле закрою ЖБ? А, некомпетентность. Я отхожу, ты сказал отойти. Да? Разбери, пожалуйста, жалобу. Блядь. Жалобу, разберись, пожалуйста, жалобу, я не могу. Я нахуй ты мой тапчик трогаешь, нахуй. В чем заключается жалоба? У меня не жалоба, осади. Я ничего не слышу, у меня члены во рту. Можно, пожалуйста, отодвинуть вот этих? Да нормально, все было, блядь, мы разбирали жалобу, ты начинаешь жаловаться на нас теперь, ты нормальный, нет? Так, ребят, стойте. Ребят, я начинаю с вами разговаривать, вы отходите. Он некомпетентный, забаньте его, он некомпетентный, он говорит, что я гей и оскорбляет меня. У нас есть доказательства, у нас доказательства есть. Давай. У нас есть доказательства, ты понимаешь? Ребят, тихо. Дайте выслушаю админа, что он хочет. Я сейчас громкость подключу, тебе пизда. Я сейчас буду выдавать мут. Короче, я могу решить все ваши проблемы в один заход. Вот он потерпевший, правильно, да? Он потерпевший. Dead Inside, Mirai, вот, свалите потерпевшего жалобу. Нету, блядь, закрывайте жалобу. Мур лучший, сорян, что арестнул, блядь. Мур лучше, ребят. А у меня дискорд вылетел, понимаете, не могу просто. Так, смотрите, у кого на кого 306 жалоба? Зрителей, привет, ребят. Вот у него вот уже все, он на него жалоба, все. На него, на Джума? У вас конечно. На админа, а, да? Ты на него да, хотел пожаловаться, правильно, да? Да и хотел на тебя, потом он начал жестко зачем-то нас палочкой своей вот этим дыркой стропонить, я не понимаю. А, в смысле физганом таскать. Ну да, типа, ну... Да, он не может нормально жалобу разобрать, слышишь? Он нас берет, таскает постоянно. Хорошо, вы хотите на него жалобу? Он меня еще геем обозвал, ну это правда, но... Русским он его назвал. Он как-то приплел это в диалоге, что было оскорбительно для терпилы Мура. И он уже перестал терпеть. Ну чё, охуел? Момент. Это ты ему говори, можете охуел сказать? Он или нет. А, извини, так, получается, вы хотите, пожалуйста, на... Так, давайте. Я не могу, у вас дискорд имеется? Я хочу просто увидеть нарушение данного администратора. А ты перескажи давай, слышишь, Джун, давай, перескажи. Вы пока разберите, вот давай. Это, меня к Dead Inside тэпните, у Dead Inside еще принятая жалоба на меня. Мне нужно еще там быстренько покуролезть. Сейчас. Давай, другалек, тэпай. Сейчас. Блядь, они в эту хуйню верят. Нужно к Dead Inside на жалобу. Там другалек подал жалобу. Так, извините, мне надо дело одно сделать. Давай, конечно. Не успел. Мур просто лучше, он сейчас им так мозги ебать будет. Нихуя, блядь, это что, это охуенно или хуёво, блядь? Артур, смотрю тебя давно. Мы не кричали, вы что, мам? А я хотел... Ну что, ты один не извиняюсь, что сейчас... Пупсик, я не продаю, мы не закончили. В смысле не закончили? Там и так все было ясно. Ну ты забыл? Кто хороший. А, понял. Вот админ, вот про что я вам и говорила. Он отвлекает. Ты тоже хочешь, подходи. Что? Я не хочу. Вы просто не разбираете жалобу, вы занимаетесь... Так, я так понимаю... Сексом занимаемся. Может, у нас есть отношения? Вы что, к геям плохо относитесь? В смысле, к пидорасам. Или вы нас считаете пидорасами? Вы понимаете, так, давайте, про давайте что я? Без таких Джум, как тебя зовут? Давай начнем с этого. Джум. Меня Дольф. Нет, настоящее имя.
Ты думаешь, я тебе скажу, чел? Ну так меня скажи. Зовут Адольф. Давайте будем разбирать жалобу, пожалуйста. Меня Серега зовут, а как звать? Никак, давайте разбирать жалобу, пожалуйста. Ну, да мы разберем жалобу, скажи, как тебя зовут, жалоб. Наладить контакт, чтобы был коннект. Егор. Егор? Егорчик. Я, кстати, Егоров в рот трахал. Да, вы понимаете, про что я? Пусть Егор. Да, да, вот есть Егор один. Что? Да, мы разбирали жалобу, ты начал на нас жаловаться, типа мы неадекватные. Теперь ты хочешь быстренько пораскачивать нас на баны, серьезно? Егор, ты не понимаешь, с кем ты говоришь. У меня две точки шаурмы в моем городе, блядь. Ты не понимаешь, с кем ты общаешься. И у меня есть оружейный магазин на Банклад. Ты хочешь дальше со мной раскачивать эту тему, да? Хорошо, я подожду, пока мы начнем разбирать. Я подожду. У меня папа работает, у него секс-игрушки производит, кстати. У тебя папа работает? Да. А у тебя папа работает, Егор? У меня папа работает в шахте, понимаете, косточки собирает. А папа тестирует то, что он продает или нет? Тестирует, конечно. На Егорчиках тестирует. Судя по голосу, он тебе тоже на тест дает погонять. Ну, конечно, он меня напихал нахуй. Да, смотрите, он мне еще угроза бана, кстати, да, угроза бана. Он меня говорит, забанят, когда у меня дискорд вылетел. Извините, сейчас чихну, извините, чихну сейчас. Извините. Будьте здоровы. Администратор брал вас, трогал физганом, после чего... Спасибо. Ну, вам это не нравилось, да? Да, мне не нравится, когда меня трогают без моего согласия. Так, я их трогал в исключительно... Или трогала. Когда надо было, я их просто так не трогал. Нет. Я парень. Мне кажется, это девочка. Просто мужичара юный член мужичара, ВЛС. Член ВЛС. Я не могу в этом. Ребят, можешь, пожалуйста, успокоить? Давайте без всяких некультурных слов. Хорошо. Скинь хуй. Давайте, все-таки жалобы. Что тут делать? Да? Я, кстати, могу тебе скинуть. Мама, тебе скину член. Его или ее? Ее да, его нет. Да хуй знает. Ладно, хорошо, у меня есть выгодное предложение. У меня есть выгодное предложение. Мур, как ты? Ты за? Смотри. Мы можем сейчас отозвать жалобу и забыть про все его грехи и нарушения, если он просто помурлыкает 3 раза. Я не умею. И даст нам 23 научишь. Ракеты. Смотри, сколько ему по факту бан светит, там, в часах, я не знаю. Сколько? Ну, смотрите, если бан? Смотреть по вот всем АДМ... Кратко, нет, смотри, кратко. Я просто говорю, если кратко, 1.5 это варн у нас идет, получается. Сейчас... Вот, смотри, теперь, этот... стоп, пару секунд, зумер, извини. Погоди, теперь не смотри, перебивай. Не хочешь варн, учись мурлыкать, давай. У тебя есть несколько минут. Расскажи, что ты мне там светит, сколько... Варн тебе светит, смотри, не хочешь варн, учись мурлыкать. Погоди, чел, пожалуйста, пусть ты говоришь. Мы будем я ждать, просто, и ты получишь я... варн. Не хочешь варн, учись мурлыкать. Ну давайте я объясню, типа, смотри, если все нарушения докажутся, что мне кажется, что они докажутся, это получается у тебя будет 1.5 неадекватное поведение со стороны донатного администратора, ну или наборного, там без разницы, из-за того, что ты их просто брал и физганул туда-сюда трогал. Блядь. Если это докажется. Варн хочешь? Это бан... Ты попал. Погоди. Это бан 1.5 плюс еще вон. Угу. Давай, говори. Мурлыкай, давай. Потом еще... Я потом а если я тебя почешу? Переключаю переключатель, парни. Ча, слышно? Ой, блядь, я его сломал нахуй. Ты мурлыкать будешь или ты варн хочешь получить? Так не надо было тебе арестовывать. Когда он арестовывал? Ты не понимаешь, я спрашиваю. Бля, пизда, мне мыться надо, очко подмыть, пизда, давайте. Админ. Давайте, помурлыкать быстрый расход. Нет. Честно, давай мне быстрее надо съебываться в ванну, быстрее мурлыкай. Стойте, дайте я выслушаю администратора, он хочет мне сказать, и вы его перебиваете. Бля, быстрее, у меня мама уже около колы, пизда, она сейчас уйдет, меня же закопают тут. Мур, пожалуйста, можете вести себя подобрать. У меня сейчас время занятия с репетицией. Я уже как бы 3 минуты опоздал, и мне уже пишут. Да быстрее, ебаный рот, меня сейчас закопают. Мур, успокойтесь, пожалуйста. Я вам даю первое подтверждение насчёт такой ситуации. Башка волка в ахуе вообще. Давай, на туре, сука, блядь. Прекратите. Парни. Все, этого достаточно, думаю, будет. Так, последние слова. Все, спасибо. Хорошо. Так, а теперь, подожди, мурлыкал там мур получается, а этот не мурлыкал, правильно? Не, а мурлыкал как раз администратор. А, Джум мурлыкал получается? Вроде бы. Чтобы избежать. Да, это администратор мурлыкал. Да все, блять, ебаный в рот, да баньте вам нахуй уже, блядь, пизда, короче. Тихо. Зумер, тихо.
Тихо, Зумер, можно информацию передать? У него и оскорбление родителей, и скопление родителей. У кого? Скопление родителей где? Ну, как минимум, мне жалобы на это пошла. Нет, где скопление родителей? Мама около школы, мне пизда. Где скопление родителей? Скопление родителей. Скопление родителей где? Скопление. Скопление, где ты сказал в самом начале, когда тэпнулся сюда, да доложить, что ты хотел. Где скопление родителей? Вот, у полиции. У кого? У полиции. Где скопление моих родителей? Где скопление родителей моих? Ты можешь сказать нормально, по факту говорить? Он сказал, что у одного гражданина она легла, вот. Кого всё. Куда легла? И всякие разные гадости. Скопление родителей где? Я не могу понять по факту, скажи, где они? Можешь, пожалуйста, перебивать? Ты молчал в этот момент, кто тебя перебивает? С тобой диалог ведут. Что-то все отэпнулся, если ты один не хочешь говорить. Хочешь говорить, иди с зеркалом разговаривай. Что ты пришел сюда, предъявы кидаешь? Ты в тюрьму хочешь? Алло, алло, слышишь? Алло, клоп. Так, смотрите. На связи. Я так понимаю, жалобы разобрались, да? Слышишь, что я мыться пошел тонуть, короче.